Тухнет. Вот, оно снимается. И слышится, что... И слышится, да, и снимается, и разговаривает. И разговаривается. Так, выходим на балкон, чтобы заснять наш садик. Но тут сначала цветы, которые у нас на балконе. Вот какие они у нас цветы на балконе. Вот это вот дерево, вот это Иринка, маленький росточек. Динина Иринка привезла с Крита. И вот какое оно вымахало уже. Хрисула хочет его спустить туда в садик. Вот это буковилия, почему-то она опала, цветочки у нее опали. Это пальмочка. А теперь мы снимаем наш садик красивый. Ой, какой садик у нас. Вот эта стена была серая, голая. А теперь вот разрослись наши вьюны, которые Хрисула купила. Посадила, куда она их посадила, в четырехугольные обязательно. Так, вот самое главное, что я хочу показать. Кустик роз. Жалко, я не могу приблизить. Эти розы я подарила ей на день рождения, и она их посадила туда. Вот в садик. А рядом фиолетовый, я не знаю, как называется, подарила ей Аза. А вот буковилия, которая на дереве, жалко, я не могу увеличить. Но и так видно, которые на к дереву прикреплены. А вот в этой тиховой, как это по-русски, глиняной. Глиняном. В чем оно? В глиняном, забыла русское слово. А цветочек тоже был на балконе, Хрисула его спустила. А теперь вот на этом бордюре у нас цветы всякие разные, даже есть, я забываю русские слова. Вот на стене у нас разрослись вьюны. На белой стене очень красиво. На белой стене. Вот я хотела запечатлеть наш садик красивый. Чтобы розочки остались. И азны фиолетовые. И опять забыла, как они называются. Амнисия эхо, которая, естественно, в моем возрасте и простительно в моем возрасте. Так мне врач сказал, что у меня амнисия физиологики. Вот такой вот у нас и балкон, и садик. А сейчас хочу показать еще алоэ, которое на полке. Вот какой алоэ у нас. Он цвел в этом году, вот этот вот. Уже отцвел палочка, осталось только цветочка. И вот какой у нас алоэ, еще один. На полочке вот здесь алоэ.
Вот такие вот у нас. А еще дерево покажу на балконе. Вот это. Его подарила моя ученица Лена. И принесла его маленьким-маленьким деревом. И вот за 3 года, это было до ковида, за 3 года, я даже как мне его снять, вот так. И оно разрослось, дерево, и почти уже балкона следующего этажа достигает. Вот он, балкон следующего этажа. Вот такое пышное дерево у нас на балконе. Ну вот и все. Еще раз вот так обведу. Еще раз. И все. И все. Вот такой у нас палисадник. Красивый. Очень красивый. И как мне это остановить, я боюсь трогать. Хрисула, останови его. Нажми на кнопку. На какую? Нос.